Как видите, мы обнаружили сигнал от машины времени. Команда А, ваша цель проста. Следуйте сигналу. И поймать Эдуарда живым. Влад, а ты поведешь других патрулирования красную зону. Что? Простите. Я должен быть изначально на миссию команды А. Вы не можете поймать Эдуарда без меня! О, это так. Но в прошлый раз ты не поймал его. Правда? Я мог поймать его, если бы не проявился тот монстр! О, да. Кстати, о нем. Я не наказал тебя за то, что ты напал на своего начальника. В качестве наказания, с этого момента ты не можешь ходить ни на каких миссиях. И если это случится снова... Я буквально сожгу тебя. Чего все ждете? Присоединяйтесь к поиске сейчас! А, да, сэр! Даже этот монстр полезнее тебе. Посмотрим. Я обережаю тебя. Даже этот монстр полезнее тебе. Слабый, бесполезный, бессильный. А? Стой! Если ты продолжишь действовать по импульсу, Красный Лидер никогда не воспринимает тебя всерьез! Мне не нужно, чтобы ты напоминал мне об этом. Закройся. Эй, уйди от меня, что случилось? Пол! Красный Лидер! Да, сэр? Есть кое-что я хочу, чтобы ты сделал. Да, я сейчас. А? Мэтт, Красный Лидер хочет увидеть тебя. Мэтт, открой дверь сейчас же, у меня нет времени. Извините, сэр, вы хотите видеть меня? Что ты так долго? Приношу свои извинения, сэр, я... Бла-бла-бла-бла-бла, мне все равно. Слушай, завтра Пол отведет тебя на кухню. Подождите! А? То есть, да! Да, я согласен! В таком случае... Лучше не позволь мне поймать тебя в ближайшую по моей базе снова! Спасибо, сэр! После того, как я причинил тебе столько неприятностей, ты все еще хочешь мне помочь! Ой... Что просто... Подумай мудро, прежде чем делать что-нибудь глупое. И последнее... Отдай это Тому. Похоже на наушники Пола. Да, это одно и то же. О! Или, может, мы можем подарить это Тому вместе? Абсолютно нет. Почему нет? Я уверен, Том будет рад тебя видеть. Он бы знал, что как сильно ты о нем заботишься. Торт, прошу, не надо! Как забочусь о нем? Нет, я не забочусь! С чего ты взял, что я забочусь о нем? Я помогаю его за жалобы! Хватит быть таким наивным. Это действительно раздражает. Как-то он, друг, так заговорил. Торт, ты в порядке? Может, поговорим об этом? Что ж, Мэтт, разговор ничего не может изменить. Так зачем беспокоиться? Подожди, пожалуйста, я хочу помочь тебе, как друг. Пойми, ты бы все равно это не понял. Всем привет-приветики, с вами Эри. Надеюсь, вам понравилась озвучка. И буду ждать ваши комментарии, которые вы напишете с личной своей мнением. Еще, возможно, если хотите, можете подписаться еще на телеграм-канале, которого есть в ссылке в описании. Но никого не заставляю, если что. Это никаких рекламы. И надеюсь, что мы еще раз с тобой увидимся. Пока!